Всем привет, друзья и подписчики. Ну что, сегодня у нас следующий день. Сегодня погода уже куда лучше. Ветер есть, конечно, но уже не такой сильный. Сейчас где-то уже часов 6 приблизительно вечера. Пару часиков до заката у меня есть. Сейчас постою. О, а слева плывет какое-то бревно. Это, конечно, не очень хорошо. Все, я сейчас разложился. Буду пробовать ловить. Сегодня, по идее, условия получше. Надеюсь, что-нибудь допоймаю. Опа. Первый заброс, друзья. Сейчас посмотрим, какая тут глубина, но это место не очень глубокое. Здесь где-то метрах в трех от берега глубина метра полтора, может, ну два максимум, не больше. Так, насадил я сейчас дополнительно второго червяка, чтобы внимание больше привлекал. Попробуем выполнить сейчас дальний заброс. Забросим подальше. Ну, однако там глубоко. Вон. Выставил глубину где-то метра три, поплавок лег. Ну, кстати, течение пошло. Охренеть, я даже не заметил, как он клюнул. Вот это да. Вот он, друзья. Вот она, первая рыба в 2019 году. Даже не клевал. Охренеть. Ну что ж, начало положено. Отлично. Кстати, обратите внимание, какой он больной. Тут рыбий паразит, постодисплазматоз, насколько я знаю. Видите, вот какие точки? Весь в точках. Окунь. Ну, такого есть, наверное, опасно. Какой-нибудь кошке, не знаю. Либо тщательно прожаривать. Вот. Ну что ж, отлично, начинаем. Точнее, продолжаем ловить дальше. Ох, черт, а заглотил-то, а? Заглотил. Ё-моё. Похоже, придется сейчас доставать пассатижи, пассатижами вытаскивать. Заглотил вообще черти куда, блин.
Блин, вместе с жабрами придется отрывать, походу. Хотя нет, сейчас достану. Но он, к сожалению, сейчас сдохнет, потому что жабры я ему повредил. О, червяк, между прочим, целый. Где-то вон жабры. Вот так вот, первая рыба есть. А, кстати, как я поймал этого окуня. Вот у меня червятница. Я отсюда взял немного земли, вот этой вот, с компоста, и бросил в воду, вот так. Так, ну это я близко бросил. Не знаю, может это, конечно, совпадение, но вдруг сработает. Как подкормка, вот так, под, типа подкормки такой. Может быть, сейчас и удастся еще раз так поймать. Еще можно вот так вот здесь поиграть. Вот сейчас я покажу. Вот это тоже способствует клево. Наживка шевелится, хищник атакует ее. Клевка, друзья. Но это, скорее всего, мелочь. Похоже, что-то было, сошло.
Попробуем еще разок. Клюет. Вот, друзья, прямо у берега сейчас попался вот такой вот красавец. Второй за сегодня. К сожалению, моя камера основная сдохла. Все, в ней батарея села. Поэтому сейчас чутка поснимаю на телефон. С самого берега. Вот он, друзья, третий. О! Третий окушок за сегодня. У самого-самого берега глубина где-то метр, наверное. Ладно, друзья, буду я сейчас уже собираться, уже похолодало, время 8, да и активный клев уже такой пропал. Ну что ж, за сегодня мне удалось поймать 3 вот таких вот приличных для наших широт окуня. Сегодня у нас, по-моему, 4 мая, если я не ошибаюсь. Для этого времени это очень хороший результат. Все, сейчас буду потихоньку сматываться, собираться домой. Рыбачил я где-то, ну, часа 2-2,5 точно.